В День Республики в Чувашии испекут огромный национальный пирог хуплу. Кулинар изготовит его в виде огромной книги весом в 300 килограммов и длиной 30 метров. Это угощение получат все участники и гости праздника. Чем еще будет интересен День Республики в этом году? Далее в сюжете. В этом году программа «Дня Республики», как всегда, насыщенна и содержательна. Выступит сводный хор в Чувашии. Состоится традиционный фестиваль «Родники России», межрегиональный конкурс гармонистов-любителей России «Играй гармонь» и седьмой праздник «Агадуй». Впервые в рамках Дня Республики пройдет всероссийский детский открытый фольклорный фестиваль «Легенды, сказки, предания», где примут участие 16 коллективов из 11 регионов. Вообще, в эти дни в Чувашии ожидается большое количество гостей. К нам приезжают гости из 42 регионов России. Это очень большое количество гостей ожидаем. А также коллективы у нас Республик Беларусь. Это профессиональный коллектив Гомеля. И кроме этого, что приезжает Адал, это Чувашский национальный культурный автономный свой ансамбль представляет. То есть получается, было, что два коллектива к нам приезжают. А также мы ждем гостей из Болгарии. Всего мероприятия вместе с коллективами Чувашской Республики мы ожидаем только артистов более 6000 человек. 23 июня в Мариинско-Посадском районе состоится 17-й всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». А село Старый Айбеси Алаторского района 23 июня приглашает гостей и жителей республики на открытие этнографического парка русской, чувашской и мордовской культур. В нем примут участие и представят свои креативные, ремесленные и творческие площадки 16 поселений района. Здесь же запланировано выступление театральных коллективов республики. Подарком для горожан и гостей станет выступление солистов советской и российской музыкальной группы «Дюна» Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Завершит торжества фестиваль фейерверков. В результате онлайн-голосования название теперь у нас носит этого фестиваля «Азамат». И в 2019 году, то есть в этом году, в рамках этого фестиваля планируется участие 5 команд. 4 – это российские команды. Изъявили желание участвовать команды из Чебоксар, Москвы, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга. Ну и еще ожидается участие команды из Киргизии. Этими командами будут представлены фейерверочные показы, но и, безусловно, они будут посвящены 550-летию города Чебоксара, ну и столетию автономии Чувашской Республики. 23 июня каждая команда, участница фестиваля, они представят визитку и пиротехническое шоу под музыкальное сопровождение. Ну, а 24 июня у нас уже состоится награждение победителей. Галина Титарчук, Алена Алтухова, Борис Андреев, Республика.